Привет, молодежь, Гудаури, Грузия, Анатолий и Женя. Находимся на 3000 метров над уровнем моря, гора Кудеби. Что еще сказать? Замечательная погода. Не облачно. Женя немножко держит. А как? Ну, не так, как в другом. Правой руке. Да, Жень. Да, бежим. Видишь направление? Вот так бежим. Хорошо. Да. Когда скажу, раз, два, три, бежали. Сначала бежим не быстро, потом ускоряемся. Угу. Бежали не быстро. Бежали? Да, не быстро. Все. Ускорим. Готово? Вот сейчас ускорим, побежали. Раз, два, три, села, дорога, села. Молодец, молодец. Все, полетели. Классно! Какой кайф! Левую правую коленку вверх, пожалуйста. Хорошо. Жень, все нормально? Отлично. Сидишь удобно? Очень. Все, отлично. Давай веками вверх. Держи? Я не знаю. Ну, все нормально. Класс. Все, мы в воздухе летим, как птички. Это там что? Что-что? Там съезжал кто-то на лыжах, что ли? Нет. Ну, конечно. Фрирайд? Да, фрирайд. Вроде первый скитур был. Да. Ну, куда вы максимальную дальность летали? Мой рекорд 492 километра. Это в длину, да? Это на расстоянии, конечно. На расстоянии. Мы ограничены восходящими потоками, которые останавливаются в районе конденсации. Это здесь было или в какой-то другой стране? Здесь было или в другой стране? Да. Там длительность дня хорошая. 10 часов, все, 1 минута. Сейчас рекорд мира стоит 570 с копейкой. В какой стране? Есть? Это лучшая страна для парапланов? Нет, ну лучшая, хороший просто удовольствие дня. В Бразилии тоже хороший рекорд. Слева у нас, давай покажу.
если в облако влетаешь? Как в туман страшно. Просто, да? Да, и запах просто влажность. В облако часто влетает. Облако – это последствия восходящих потоков. Восходящих потоков работ. Каждый раз, когда поднимаются перед переходом, переход в транзишн. А в чем заключается соревнование? Выше пилотаж, так крутиться на нем, вверх тормашками, да? Да, типа того. Перегруз. Ну, есть просто элементы, которые с диском комиссии смотрят. Чисто было помню. Очень похоже на это. Не хочу. Я тебе так скажу. Я потому что студент, я еще как это... Я уже студент. Я понимаю, ну еще момент такой есть, наверное, что поэтому ты скажешь так. Может быть, если ты молодая, вот не пожалеешь. А потом просто вот хорошо скажешь себе, как ты можешь договориться. Если ты хочешь, не хочется. Нет, не если хочу. Правда не хочешь и боишься, не будет. Не буду. Хорошо. Я буду. Останется на следующий. И даже горочки, давай горочки побольше. А? Небольшие горочки поделаем, давай. Чуть-чуть. Только если что, то сразу.